Школьные ранцы, наборы письменных принадлежностей и видеотренировки, чтобы поддерживать себя в форме в течение учебного года. Такие подарки к 1 сентября приготовил депутат Красногорского совета и руководитель клуба «Ярополк» для местной ребятни. Так Илья Шадриков не оставил без внимания семьи своего округа. То есть у меня 7 помощников, у каждого помощника 15-16 домов в среднем. И они владеют практически всей информацией в этих домах. То есть какие многодетные семьи, малообеспеченные, кто инвалиды. Через соцзащиту выявила тоже определенные адреса. Вот. И часть адресов – это тоже жители Красногорска. Но большая часть адресов – это, конечно, мой округ. Это Первомайская, Октябрьская, Пионерская, Школьная, Советская улица, часть Павшинская, помню, там Красногорский бульвар. И, соответственно, 5 адресов – это Изумрудные холмы. Всего в списке 20 адресов, но наборов приготовлено гораздо больше. В некоторых семьях сразу несколько ребят готовятся к занятиям в школе. Собрать подарки от одного из российских брендов помог Артем Семка. Общественный деятель уже не первый раз поддерживает благотворительные акции. Миссия – поддерживать молодежь, потому что молодежь – это наше будущее, и мы поддерживаем по всей территории России. То есть это разные города, это разные социальные проекты, культурные, спортивные, и мы тем самым коммуницируем и даем свою поддержку. Ранее делегация уже поздравляла красногорские семьи с Днем защиты детей. Ребятам дарили игрушки и одежду. Следующую акцию Илья Шадриков с коллегами планирует провести в преддверии еще одного праздника, любимого детьми – Нового года.